Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. Барановская осуществила опасный шаг. Она откровенничала о ужасающем видеоролике, который ошеломил почитателей. Телеведущая опубликовала в своем инстаграм видеоролик со стрессовым времяпровождением. На стоп-кадрах телеведущая, совместно со своей 11-летней дочкой Иной, на небезопасном аттракционе. Барановская с дочерью понеслись в бездну на высокой тарзанке. Как говорит Юля, дочка не страшилась, с ней поговорили инструкторы, после чего Барановская успокоилась. Она созналась, что размышляла вернуться, пройдя полпути. Почитатели перепугались за телеведущую, ведь она очутилась на грани жизни и смерти. В то же время они восхитились бесстрашенной семьей Барановских. Даже глядеть страшно, разрыв сердца просто, выразились пользователи. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишите комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние пять видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.